Давайте сделаем дуа за близких и родных, за всех знакомых, за друзей, за мертвых и живых. Давайте сделаем дуа, чтоб всем Аллах помог. Тому, кто болен, беден, слаб, тому, кто одинок. Давайте сделаем дуа за тех, кто далеко, кому без родины своей на сердце нелегко. За тех, кто плачет каждый день от боли и обид, и у кого душа за нас, за мусульман болит. Прошу Аллах, живым дай силы и укрепи иман. Пусть сердце зависть не коснется, а языка обман. От мук могильных и от страха мертвых защити. Прошу могилы наших близких, расшири и освети. Прошу Аллах тому, кто болен, даруй выздоровление. Возможно слышать, говорить, дарую слепым прозрение. Есть те, кто вынужден считать последние гроши. Прошу Аллах проблемы этих бедняков реши. У тех, кого коснулась бедность, отнюдь не кошелька. Немного хуже положение, их участь нелегка. Кто беден сердцем и душой, тот, кто в вере слаб. Твой самый бедный и больной, твой самый слабый раб. Нам в этом помощь всем нужна. Прошу тебя, Аллах, сильнее сделай нашу веру, любовь к тебе и страх. Всем одиноким помоги свою семью создать. И тем о детях, кто мечтает, прошу тебя их дать. Тем, кто в пути или на чужбине, тоскует день и ночь. По родине, друзьям и близким терпение помочь. Прошу Аллах на этом свете, пусть каждый человек от всех ошибок и пороков избавится навек. Прошу Аллах, придай нам силы в наш предсмертный час. Прошу Аллах за всех людей, за каждого из нас. Прошу всем сердцем, о Всевышний, прими мою мольбу. Прошу Аллах, дай встретиться с любимыми в раю.